В одном из дворов по улице Сурганова в Могилеве появилась своя достопримечательность – домики с двумя черными котами на крыше, типа как в старом городе Риги. Интересно обустроить детскую площадку в своем дворе – не только задумка самих жителей, но и их активное участие в создании зоны отдыха. У нас здесь во дворе был пустырь. Мы с жильцами согласовали и решили обратиться в ЖЭУ, чтобы они нам помогли приукрасить наш двор, чтобы было хорошо детям, чтобы было приятно нам. Начальник ЖЭУ Маргарита Алексеевна сказала, что с удовольствием нам поможет, если мы тоже внесем какую-то лепту. Мы закупили с жильцами пиломатериал, рабочие ЖЭУ помогли нам сделать вот домики, скамеечки. Мы посадили березки на нашем пустыре, посадили цветочки. Причем, по словам представителей инициативной группы, откликнулись все жители без исключения, у кого есть маленькие дети. Утром, вечером всегда на площадке очень много детей. И родители заинтересованы в том, чтобы детям было с чем играть, чтобы было где посидеть, где отдохнуть. Поэтому все очень хотели, чтобы такой уголочек вот райский появился. Тем более, что на микрорайоне Наровского такой уголочек тоже есть. И этот микрорайон ходил туда с детками поиграть. Ну а сейчас есть вот такая возможность. На территории 6-го ЖЭУ Могилева это уже 5-й благоустроенный двор. И благоустроенный именно силами жильцов. Мы же не живем, мы приезжаем, мы вводим ребенка в этот детский садик. И здесь вот ей нравится гулять, поэтому мы здесь часто останавливаемся и наблюдаем за всем происходящим. Мы знаем этот дворик. Нам понравилось здесь, играем здесь. Ну, результат видите сами. Мы не будем на этом останавливаться. Значит, мы вывесили объявление, что собираем сейчас средства, у нас есть инициативная группа, чтобы дополнить наш двор и он в том месте на зеленой лужайке купить такую пластиковую горку большую. Уже девушки молодые, мамочки, они уже, так сказать, создали свою бригаду, которая занимается сбором этих денег. Потом купят и наш двор преобразится здесь вообще до них. Это яркий пример организации работы территориального общественного самоуправления, а точнее советов микрозон, уличкомов, старших по дому, старших по подъезду. Вообще в эту орбиту работы граждан по наведению порядка и благоустройству вовлечено более 6 тысяч наших активных граждан, которые именно входят в актив органов территориального общественного самоуправления. Тот спектр задач, которые стоят перед службами жилищно-коммунального хозяйства, на которых возложена в основном эта забота, они, конечно, он очень многогранен, и полностью дойти до каждого подъезда, до каждой улицы, до каждого дома довольно-таки проблематично. Поэтому вот стараемся максимально вовлечь в это наших граждан. Совет микрозон – это своего рода такой центр, такая вот площадка, где концентрируются усилия граждан по наведению порядка на конкретно взятой территории. В подъезде, словно в картинной галерее, на каждом этаже свой пейзаж, какой пожелали жители. Вот так в ЖУ-6 по-новому делают ремонт подъездов. А правда, роспись за дополнительную плату. В 9-этажном доме эта красота обошлась, говорят жильцы, по 10 рублей с квартиры. Художника у нас среди жильцов не оказалось. Мы обратились в наше ЖУ номер 6, закупили краски, закупили кисти. Ну вот и как бы сделали такую красоту, разрисовали. Ну любую из красоту действительно. И живу я тут тоже недалеко фактически. И вот мы хотим ремонт делать в сентябре где-то вот с жильцами собираемся. И вот я хочу как бы им предложить даже, чтобы они посоветовали, чтобы они пришли сюда, поглядели всю эту красоту. Это делается за дополнительную плату. Жители за свои средства приобретают краску, кисти. Ну, а наш художник уже расписывает эти стены. Но сейчас уже, вы знаете, когда выполняем ремонт подъезда, люди уже хотят больше, с росписью, чтобы был. Потому что так, обыкновенный, там, зеленый, синий или желтый подъезд. А так, радость в подъезде просто. Ой, в 6-м ЖЭУ таких расписано где-то у нас около 20 подъездов. В Могилеве много примеров, где в наведении порядка активное участие принимают именно жильцы. Витебский проспект, дома старой застройки почти на окраине города. А в одном из дворов каждый день детский праздник. Детвора собирается со всей округи, которые постарше лично принимали участие в благоустройстве. Организовала их семейная пара Натальи и Александра Куцепаленко. С женой вечером решили, что нужно во дворе что-то сделать для детей. Но, значит, не имея каких-то больших финансовых возможностей,
подумали, что главная идея новой площадки должна быть сделать своими руками из ничего нечто. И главное, чтобы дети смогли участвовать в этом. То есть вот это волшебство, да, ребята приходили и видели, как на пустыре буквально, да, кто-то первый раз попробовал лопатой копать, помогали мне вкапывать колеса. Девочки, значит, помогают жене разбивать клумбы, вечером приходят поливать. И получается, что эта площадка на самом деле развивает творчество ребят. Они сами могут что-то здесь придумать, прийти, помогите, мы сделаем. И тогда они берегут то, что это сделано. То есть уже никто не будет ломать, это не то, что там кто-то поставил, купил. И привезти, допустим, этот песок, чурки там копать. То есть посильную помощь мы оказывали. Покрасили фасад, входные группы сделали, значит, чтобы было как-то более приятно. Беседку облагородили. Ну и получилось так, что уже помимо детей, которые хотели для своих родителей, собирается полностью тут практически весь этот микрорайон, район этих домов ближайших. То есть здесь все просто? Да, все просто, все, никаких затрат мы больших не понесли. То есть все сделано, так сказать, с бросового материала. Все скромно и просто. Песочница, скамейки, качели, клумба, баскетбольное кольцо. Но все сделано своими руками. Здесь даже появилась стенгазета с интересными статьями, которую охраняет кот-ученый. Детям нравится, потому что я вижу, что даже взрослые подходят и читают. Самое интересное, что вот эта информация, она главное, чтобы у ребенка где-то отложилась. Он найдет эту фамилию, пойдет в интернете, у всех есть планшеты дома. Поищет, найдет что-то еще интересное. Ребята, кстати, начинают мне уже приносить материалы. Да и вот у меня внучка такая, 6 лет, тоже сюда все время бегает. Все хорошо. Мне очень понравился этот участочек. Когда это делалось, никого не было. Как только сделали, тут появилось очень много мам, которые приезжают на колясочках и тут играют. В доме бывает достаточно одного неравнодушного жителя, чтобы красота сохранялась и вокруг домов, и во дворах. Некоторые дома по бульвару Непокоренных и улице Гагарина летом, весной, осенью окутаны цветами. Одна бабушка разбивает клумбы около 3 подъездов. И таких любителей флоры много. Ой, давно мы уже это начинали. И потихоньку ухаживаем, стараемся, сажаем. Поливаем, все делаем, но это давно уже было, несколько лет уже. Моя бабушка была старше по подъезду, всегда смотрела за клумбами, за цветами, за подъездом. Ну вот, пришлось мне теперь продолжать традицию. Вот с бабушками-соседками мы вместе наводим красоту во дворе, чтобы всем детям нашим было красиво. Ну что мне делать на пенсии? Лежать? А я это сюда чею 15 апреля, но в этом году холодно было на месяц позже, так вон на месяц позже рассчитают. Я сама сею 3 палисадника, и каждую осень никто мне не помогает убирать. Ну, думаю, на будущее, вот, я буду сеять. Пришла весна, посею свой. Поляжу, думаю, чисто земельку еще зарастить бульем. Ну и давай опять сеять. И так уже 10 лет сею. Вот это инициативные люди, которые в подъезде, им просто огромное спасибо вот за это, за все, что вот они делают. Сажают эти цветы, смотрят газоны, порядок. Огромное спасибо от Гагарина 36, Гагарина 52, 48, 44 дома, которые вот люди именно вот от ранней весны до поздней осени трудятся и стараются, чтобы было красиво. Не только для себя, а именно вот для всех жильцов. Ну, вы же сами видите, какой здесь двор. Вы обратили внимание, там двор по Гагарина, какой хороший двор такой, и горка. Вот все для детей, для отдыха, скамейки. Вот, смотрите, какие мы возле деревьев придумали, именно чтобы люди посидели, отдохнули. Дом по улице Ярославская в Октябрьском районе Могилева называют уникальным. Уникальным в плане активности всех жильцов в наведении порядка. Все делают сами жильцы, ну и, естественно, помогает домоуправление. У меня, допустим, еще нету маленьких ни внуков, ни, как говорится, детки. Сын есть, но он еще не женатый. Но, однако, я все, что могу, то я помогаю тоже. Если нужны денежки на что-то, то часть я и принимаю. Горки, турник, вот этот вот качели, домики – это все мы сделали сами своими руками. Дом у нас молодой, детей очень много, как бы все жильцы, все согласны. Все деньги сдавали, все оперативно, все это было у нас как-то быстро. Мы все собрали, закупили, поставили, ЖЭО помогло поставить. А сколько обошлось каждой квартире?
Ну, на старые деньги, наверное, 1050. Как бы недорого, немного, судя по тому, что вот сколько у нас квартир, 136 квартир. А начинали все с подъездов, а потом, как говорят, дальше больше. В 2013 году один из подъездов стал победителем в городском конкурсе депутатов. И они пообещали комиссии городского совета депутатов, что они в следующем году начнут приводить в порядок уже дворовую территорию. И таким образом уже все работы активными населением, проживающим в этом доме, они начали обустраивать газоны, прилегающие к дому. За деньги, которыми были премированы за призовое место, они приобрели детское оборудование, и горку, и качели, и сами собирают денежки, приобретают материал строительный и изготавливают дальше оборудование с учетом уже сложившейся сегодняшней эстетики, для того, чтобы был гармоничный двор. В Могилеве 27 микрозон. Совет общественного самоуправления часто возглавляют представители общественных организаций, руководители предприятий, депутаты горсовета. Они же смотрят за порядком и своей территории, и около жилых домов, что рядом. Яркий пример – Центр творчества «Эверест». Я еще и председатель общественного совета самоуправления по территории. И девиз вообще у нас, как у меня, у руководителя: кому хорошо от того, что мы рядом. И когда был открыт этот центр в 96 году, здесь был строительный мусор, арматура, строительные блоки и кругом грязь. Прошли годы, и вот то, что вы видите, это сделано все руками педагогов, подростков постарше. Очень приятно то, что все жители, которые находятся недалеко от нашего центра, они принимают активное участие в благоустройстве. Все микрозоны города – участники конкурса по благоустройству, который ежегодно проводит Горсовет депутатов. Одно из важных направлений работы нашей комиссии – это, конечно же, благоустройство и привлечение к этим мероприятием как можно большего количества населения. Для того, чтобы привлечь население к решению этих вопросов, разработан целый ряд мероприятий. В том числе создана комиссия, которая ежегодно определяет победителей в сфере «Лучший двор или подъезд». Местные депутаты вопросам наведения порядка на земле во все времена уделяли особое внимание, о чем говорится в книге о Могилевском горсовете депутатов, изданный к его столетию. Нам, могилевчанам, есть чем гордиться делами и свершениями своих предков. В каждый период, исторический период времени и нашего города были свои задачи, которые в первых рядах решения этих задач, конечно, находился Могилевский городской совет депутатов. И послевоенные годы, довоенные годы – это прежде всего создание промышленности. И они были в числе вот этих, так сказать, творцов. Эта книга, она охватывает не только чисто депутатский корпус, это своего рода история города Могилева за последние 100 лет. Здесь, какую ни открой страницу, вот за вот любой страницей видны люди, видны их вклад в развитие, становление промышленности города Могилева. В 2017 году у Могилева две юбилейные даты: 750-летие города и 100-летие депутатского корпуса. Народные избранники к этим событиям заложили сквер у реки Дубровенко. Это, ну, место тяготения отдыха граждан. И не только граждан, учитывая, что там центр города, рядом находится и гостиница «Могилев», где останавливаются иногда и гости нашего города. И поэтому, наверное, было бы приятно видеть и жителям, и гостям, что вот депутаты, они не только, что называется, на словах, а и на деле вносят свой уклад в озеленение, в облагораживание. Тема развития местного самоуправления становится все более актуальной. Люди, которые лично участвуют в наведении порядка, особо бережно относятся к результатам своей работы.